Добрый день, дорогие зрители. Вчера мы сделали заказ в интернет-магазине Алло. Заказали электровелосипед Xiaomi, называется Himo Z20. Вчера это было 12 августа 2021 год. Правда, не сразу нам удалось выбрать магазин, потому что цены разные, и в итоге, когда мы заказывали, там в наличии их не оказывалось, не было в наличии в магазине, поэтому перескакивали с одного интернет-магазина на другой. В общем, сегодня 13 августа, должны доставить на дом, там специальная доставка, называется она Алло Экспресс. Привезут упакованный в ящик. При получении мы расплатимся. Посмотрим, как оно будет упаковано, что внутри. Серого цвета он должен быть, там белый, серый. Мы заказывали серый цвет. Ну, ждем с нетерпением курьера. Будем смотреть далее, как оно будет. Так, уже привезли, сейчас мы пойдем получать товар. Новенькая, видно, что новенькая. Она за вакуум упаковки, да. Все запаяно. Все, что есть, все есть. Единые документы только, где они. Там. Вот в коробочке может быть. Там ряба немає. И там еще есть коробочки. Вот, что немає. Вот, ну, это я. Это я. Алло? Вот это номер там. Так. 13. А, это ты сюда положил, да? Да, 13.77. И на коробку сверяем. 13.77. Да. Ну, на это на, должно быть на квитанции. Во. А на квитанции там? На квитанции ничего не пишут. А, не пишут? На чеке, наверное. Угу. Давайте рассчитывать. Да. Как вы по жаре ездите? Или там кондиционер? Кондиционер, только ветер по бокам. Так, ну что, товар прибыл. Сейчас? Да. А так оно запечатано. Плюс дополнительная еще, дополнительная упаковка была. Ты уже куда-то идешь, да? Такая упаковка. Приехала с Днепропетровска. Приехал в гости. Автербайн. Смотрим, что у нас есть. Коробочки. Пронумерованы, номера тут затерты. Что мы имеем тут? Зарядное устройство. Кабель такой, как компьютер. Три пина, да? 240 вольт, 1,8 ампер, 50-60 герц, 42 вольта. 2 ампера, Made in China. Так, есть.
ідуть педалі. Педалі от такі у нас. Пластмасовим. Тут вирізи для ключа і різьба. Далі. Далі йде у нас типу мануала, що таке. А, це на акумулятор. Лівон з батареї, шаг інструкшн, модель. Мануал. Окей. Так, тепер нам треба піднімати коробочку. Що ми бачимо? Ми тут бачимо. У нас ось ігрушка. З деленнями. Ну, говорять, що тут насос. Подкачивать камеры. Марта интересно, да, Марта тоже смотрит. Закручиваем. На резьбе пластмассовой надо ровненько закручивать, не спеша, чтобы резьбу не сорвать. Пластмассовой крышкой, заглушки. Далее у нас идет руль. Сейчас мы вытащим велосипед. Давай вдвоем. Тут имеется у нас мануал, наверное, можно гарантии такой. А, все шпок. Крылья. Крылья тут я посмотрел. Вот. Вот инструкция. Вот, Z20. Electric Help. Мануал. На английском языке спущенные надо будет накачать. Ну так не полностью, а чуть-чуть спущенные. Так, ставим на ножку. Подождем. Тут есть ножка. Коробку мы сюда. Прикрепляем сидушку. На сидушку, может, еще рано надо накачать колеса, да? Качает хорошо. Тут специально подошва есть. Можно ногой. Большим пальцем наступить. О. И потом манометр мы проверим давление, сколько мы его накачаем. Сейчас у нас манометра нет. А мы пробуем, Денис, накачал. Да. Что можно? Потом мы манометром проверим. Не хватит еще подключать.
Если нам придут сорвать. Так, отверстие сквозное. Высоту тут надо регулировать вот, чтобы вот зарубок. Чтобы у меня высоко. У меня 1,67 м. Как нам тут закрепить? Назад откручиваем. Сейчас мы выставляем, как правильно. Вот так вот убираем. Так, ладно, проще сюда. Так, есть. Рома. Да. И таким макаром дожимаем. Рулевую колонку, чтобы она по дороге не выпала. Вот такое, как когда-то в окнах защелки похоже. Так, вот поднимаем защелку, чтобы вам видно было. Можно не поднимать, а так защелкнуть. Так, тут у нас. Пускай пока побудут пленочки, да? Нет, хоть там будут. У нас есть ключики два. Тут даже капроновая защита. На одном ключике, на втором. Ну что, открываем. Сначала оттягиваем тоже защелку и открываем половинку. Тут получается у нас аккумулятор. Денис, оно вытаскивает аккумулятор этим ключом. Не закрывай от зрителей. Все, ключ отпускает. Вот такой у нас аккумулятор. Химо. Китай. Все, иероглиф. На зарядку ее пускать можно. Да? Ну, мы сейчас проверим на компьютере. Ты прочитал инструкцию? Тут можно без ключа автоматом защелкивать. Так, есть. Теперь нам надо включить. А, нам еще надо педали прокрутить. Где у нас педали? Покрутить педали, пока не дали. Ножик есть? Да. Пластмассовые педальки. Ну тут пластмассная специально крепкий. Пластик, или пластмасс. Так. Ключик у нас есть. Сейчас посмотрим, какой это подходит. Вот этот. Вот этот. Мой наркус левая, бач. А, то, значит, тут левая есть. Вот буква L. И R. Чтобы не перепутали. Здесь правая резьба, левая резьба. Так, вручную получилось. Теперь мы зажимаем ключики. Крепко зажали. Теперь нам надо правую сторону. То есть левую сторону.
Так, нож пока нам не надо. Закрываем. Теперь нам эту сторону. Сейчас посмотрим, какая тут изба. Левая против часовой стрелки. Вот так. Здесь, я думаю, не откручивается. Туловато, но нормально. Так, это у нас тут защитная пленочка. Так, как мы снимем тут на... Нет, там и подкрылку нам. Кто? Подкрылки. Подкрылки. Так, давай сейчас пока снимем. Тут же на липучках вот это что-то. Не, вот так просто снимаю здесь. Так тут же надо тут резать, видишь. Да, там. Ты инструкцию почитай. Плюс там. Да, так вот. А це що? Я не закрутив. Ковпачок зовуть. Ковпачки такі. Пластмасові. Автомобільні. Да, автомобільні ковпачки обычні. Резина тут така хороша. Приятна. М'яка. Ну, будем отрезать. Включение. Включение мы сейчас покажем ближе. Да, тут справа вот эта кнопочка, первая справа. Включение. Он полностью заряжен. А нет, не полностью. Включилось, так? Аккумулятор у нас получается чуть больше половины заряда. Это, наверное, меню. Ты же должен инструкцию прочитать, как там, где что включать. Километраж. Кнопка выгоня. Кнопка изменения режима М. Вот это режим, вот это снизу, да, второе? Первое слева. Швидкость. Километраж тут. Ну, в принципе, мы видим, что аккумулятор почти заряжен. Хорошо. Это надо 3 раза нажать, чтобы поехать. Так, ну тогда мы отрезаем защитную вот эту на покрышке защиту. Так, пошел где-то тут был шоу. Тяни. Здесь. Сюда. Вот такие у нас щитки защитные. Это назад? Да, это наперед. Да. Так. Снимаем защиту. Ну что, собрали. Тормоза вроде нормальные, на руле там подтянул, есть там регулировка тормозов задних, передние нормальные. Нужно еще испытать на улице. Тут оказывается 2 комплекта защиты передних и задних колес. Пластмассовые и железные. Это хорошо. Тут элементы управления. Слева у нас тормоз задних колес. Тормоз передних колес справа. Переключение передач тут. Но они на двигатель электрический роли не играют. Это когда крутишь ногами педали, тогда можно пользоваться ими. Так, далее. Звоночек такой. Нет. Оно двигается. Хорошо, чтобы не перекручивать. То, что тут, если переставлять, краска царапается. Ну и компьютер тут у нас получается. Компьютер включается, выключается. Тут 2 кнопочки внизу. Слева, то есть справа, если так стоять. Так выключили, так
так включили. Тут два режима, включение и выключение, я еще не разобрался там. Тут километраж показывает, и второй режим тоже километраж. Наверное, это постоянный там, который как в машине, а второй, чтобы как счетчик проверять, сколько наездил там километров. И тут плюс-минус, наверное, выбор функций. У нас аккумулятор заряжен чуть больше половины, нужно заряжать будет. Вот. Руль регулируется вот этим зажимчиком у нас получается. И как там, а ну, Денис, попробуй, как тебе вот оно? А так, да? Mm-hmm. Ну, чтобы ручки эти тормозные тебе удобно было. Так? Удобно-то? Mm-hmm. Ну и так и зажимаем. Зажимчик. Ну, чтобы включить фонарик, нужно плюсик включить и подержать вот так. И вот у нас фонарь включился. Я покажу сейчас. Включай, Денис. Вот так включается фонарик. Выключай. Вот такой у нас фонарик. Передние тормоза дисковые. Вот такая каретка у нас. И заднее колесо, двигатель, дисковые тормоза. С правой стороны такая кассета. Звездочек и переключатель. Шимано. Шимано. Защита вот это вот еще есть. Переключатель скоростей. Звездочек. Ну тут рычаг, чтобы снимать руль на бок ложить. Теперь посмотрим газ, как работает там, где скорость добавлять электродвигателя. Легко вращается, да? Не болтается ничего. Вот. Но тут еще пленочки защитные. Так мы... А ну, сними руку. Надо будет снять пленочки на ощупь, почувствовать, как они работают. Ну, приятно или нет. Вот. Вот и все. Теперь осталось на улице проверить. И сзади вот этот фонарь под сиденьем. С пломбочкой такой. Ну, Денис, вытащи. И как там кнопочка справа там внизу, вот это включение. Туда дальше, да-да. Не, внизу. Ага. Угу. Понятно. Все, выключи. Це який режим? Економ, да? А де тут переключати? Плюс, наверное. То, що мінус. А, ось все, бачиш? Мінус. Угу. Понятно. Міс, середня скорость, наверное. А это электрика. Ну, надо же інструкцію було почитати. Ну, как тебе, понравилось? Да. Хорошо скорость набирает? Очень. Разворачиваюсь на аллейку, поеду. Сидушку немного поднять надо, да? Давай, что такое?
не тянеш? Ні, воно нормально тяне. Тут і газ. Акумулятор заряджений. Як тобі понравилось? Сейчас попробуем поставить его в лифт. Зайдет он или не зайдет? Но я думаю, если вверх передним колесом зайдет, чтобы не складывать. Лифт обычный, не грузовой. Заходи туда. Держи, я сниму. Ну, вот таким макаром велосипед входит в лифт. И сейчас мы нажимаем. Все нормально, поехали. Вот сейчас мы вытащим вот такую вот зарядную. Плохо видно, но ну давайте сфокусируемся. Ну вот такую вот зарядную. Вилочка такая. Вставили. И в розеточку. И вам буду читать, чтобы не забыть донести о деталях по данной теме. Первое, при покупке, например, как вы видели в моем видео, у вас практически нет возможности сделать полную проверку товара, как внешний вид, сверка номера изделия заводской маркировки коробки шасси велоскутера. Сверка номера изделия гарантийного чека. Уже позже, когда мы дома распаковывали товар под защитную упаковку передней вилки, мы увидели значительные механические повреждения, коцки. Вот тут. Незначительные. У велоскутера Химо Z20. Что мне понравилось? Велоскутер, он тут даже на заводской упаковке производителем написано, что это не просто электровелосипед, это велоскутер. Что мне понравилось? Внешний вид очень красивый, современный, качественный, алюминиевая прочная рама. По нашему короткому тесту Химо Z20 просто нет слов. Мы восторгались. Показал себя прекрасно. Как будет далее, посмотрим на практике. Легкий наход, когда крутим педали, он многоскоростной. Первый раз, конечно, мы были в восторге, как электродвигатель велоскутера на ходу подхватывал. Даже не ожидали такого поведения в нем легкости, обгоняли с ветерком обычных велосипедистов. Тормоза супер, на ходу тормозят быстро, при этом плавно, без клина, как бывает с обычным горным велосипедом. Езда на велоскутере приносит действительно огромное удовольствие. Это я испытал на себе даже. Даже не ожидал, что он так будет вести себя приятно. Ну, что не понравилось, при езде по неровной дороге присутствует, как в обычном
без амортизатора в велосипеде, тряска. Может, это по моей вине, потому что быстрее всего, что, наверное, перекачал колеса. Они тут жесткие, синанного, наверное. Нужно будет проверить его. Приспустить, чтобы были мягче шины шли по неровностям. Ну и, конечно, вес своего скутера вроде не тяжелый, но и не совсем легкий. 21 килограмм там вроде пишут. Кто живет на многоэтажках или при транспортировке, когда складываешь, поднимаешь, ложишь его в багажник автомобиля, это может немного напрячь, хотя это не критично. Это в основном для женщин, детей, конечно, он не совсем легкий. Ну так, на этом все. Замечаний больше нет. А по самому весу, что он не такой легкий, во время движения можно отнести как преимущество. На дороге он более устойчив из-за своего веса. Легко управляемый. В общем, этот замечательный товар я рекомендую всем. Что детям, что женщинам, что пожилым людям. Это то, что надо. Если у нас появляются в процессе эксплуатации новости, мы вам об этом, конечно, расскажем. Ну, всем пока-пока. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео.